Всем привет, всем доброе утро. У нас уже, конечно, день. Мы готовимся к дню рождения Милы. Я тут экспериментирую с прической, пока что-то не особо получается. Вот, но что-нибудь я придумаю. И мы сегодня будем делать онлайн-вечеринку. Мы решили установить программу Zoom, Google Zoom, и пригласить всех наших друзей, родственников из России, из Индии, и объединить их в одну большую онлайн-вечеринку. Вот, сейчас всем скинули уже ссылки. В 4 часа дня начнем, мы обязательно это запишем, обязательно я вам покажу, как это пройдет и какая Мила будет сегодня красоточка. Я немножко влезла в свой сальвар, ну совсем чуть-чуть, вот, но я его доделаю еще до паты и в общем мне надо делать причесон, вот, потому что что-то как-то пока непонятно, что получилось. Ну и ладно, я не сегодня в эпицентре внимания, а через 3 дня будет мой день рождения, там уж я оторвусь по полной программе. Вот, так что сейчас Милка проснется, мы купили, вернее, родители купили для нее платьишко, выбирала я, и она будет такая маленькая принцесска, так что обязательно оставайтесь, досмотрите это видео до конца, там будет празднование дня рождения, первого дня рождения Милы, 1 годик. Так что мы очень рады такому событию, что год назад мы стали родителями, и честно могу сказать, время пролетело очень незаметно, вообще не верится, что уже год прошел, потому что каждый раз, когда я вспоминаю этот день перед родами, перед Кесарево, все так живо, все до мельчайших подробностей, как она появилась, какие были у меня эмоции, чувства и все остальное, как эти 3 дня я провела в больнице, как приехала первый раз домой вместе с ней, первые ночи, первые кормления, первые все. То есть, ну, настолько все живо, а уже годик, и уже совсем скоро она пойдет, и это будет еще одно такое, наверное, долгожданное событие. В общем, время летит быстро и незаметно. И я рада тому, что события меняются, и я вижу, как они меняются к лучшему. Вот, я прошла с куратором свой курс, и я поделилась со своим делом, и я безумно рада. Теперь у меня практика, также куратор меня будет вести, и я буду уже совершенствовать свое дело, которое я выбрала, буду находить варианты, общаться с ним, создавать план действий и искать информацию, общаться с людьми. В общем, все, началась моя рабочая часть, и я буду безумно сейчас рада тому погрузиться в свое любимое дело. Я действительно поняла, что да, это мое любимое дело. Обязательно как-нибудь вам расскажу, на чем я остановилась и какие шаги я для этого делаю. Поэтому, ребята, никогда не бойтесь что-то начинать с нуля и что-то делать. Обязательно результат будет. Так что все, мы пошли дальше готовиться к дню рождения Милы. И обязательно включимся, я вам покажу, какая она будет красотка и какой тортик мы ей купили. Все, в общем, все вы увидите в этом влоге сегодня. В общем, смастерили то, что было. Вот так вот теперь у нас все выглядит. Готовимся к онлайн-вечеринке. Как говорится, время диктует свои правила, поэтому у нас будет онлайн-вечеринка с нашими родственниками из Тамилнаду, из других штатов, и, конечно же, с моими друзьями, с моими родными. И это очень круто. Я, знаете, я так волнуюсь, правда, я очень сильно волнуюсь. Я, мне кажется, так не переживала вообще никогда. Как будто, знаете, какое-то мега событие должно случиться. Вот, хотя все будет очень простенько, и просто послушаем пожелания нашей доченьки. И вот, она, мне кажется, будет очень рада, или будет с таким лицом, типа, что происходит, родители? Что вообще происходит? Вот, так что у нас пока вот так вот, и скоро мы уже начинаем, где-то через полчасика уже начнутся звонки, онлайн, большая онлайн-конференция. Cousin friend. Hi! Мила! Всем привет! Скажи сегодня именинница. Я сегодня именинница, скажи. Смотрите, какое у нее красивое платьишко. Бабушка выбрала. Да? Да? А это наша красота. Да? Очень жарко у нас. Смотрите, как мы тут украсили, я вам уже показывала. Видите, мои сладкие. И сейчас у нас уже скоро начнется трансляция, и мы тут будем развлекаться.
Ждем, ждем, когда народ подключится и начнется онлайн-вечеринка. Все, мы начинаем. Да. Конча, конча, конча. Чина. Дай тебе. Дай большой кусок. Этот, весь тортик так. И прям моська. Сунита, я пар китна хай, на? Ребята, тортик очень вкусный. Вот, ну представьте, что, что вы попробовали. Я безумно благодарна ему это времени. И, в общем, ребята, спасибо огромное. Я знаю, что вы будете писать поздравления Милой. Всем большое за это спасибо. И уже те, кто писал в Инстаграме, тоже огромное-огромное вам спасибо. Мне очень приятно. Ну, а следующее уже будет мое день рождения. Оно, конечно, будет не таким. Но я тоже что-нибудь обязательно придумаю. Вот, возможно, я выйду в прямой эфир. Если вы проголосуете за, то я обязательно сделаю прямой эфир и в Инстаграме, и на Ютубе. И вы сможете пообщаться со мной, поздравить меня напрямую. Мне кажется, это будет классная идея. В общем, всех люблю, всех целую, всех обнимаю. Увидимся в новом видео. И желаю вам провести каждый день в карантине. Супер круто. И я знаю, что вроде как Россию открыли. Так что будьте осторожны. Обязательно берегите себя и своих близких. Все. Всех люблю, всех целую. Пока-пока, мои хорошие.